сегодня у меня на плите нету ни кастрюли, ни сковороды. Они мне сегодня не нужны. А понадобится мне вот такая вот форма, форма-ацептор. Готовить я буду в духовке. Блюдо мое называется запеканка из творога. Естественно, мне нужен творог, килограмм, манка, масло, сахар, яйца, соль, корица, ванилин. В общем, все самое вкусное. Так, творог я уже положила в комбимиску. Теперь мне нужно где-то 5-6 столовых ложек манки для того, чтобы вся эта смесь скрепилась. Посмотрим. Теперь 2 яйца. Сахара. Ну, если кто любит послаще, то 3 ложки сахара. Можно там и 4. Я где-то 3 положу. Раз. Два. Три. Ой. Немножко соли. Буквально так чуть-чуть. Дальше. Немножко ванилина. И корицы. Корицы я люблю, поэтому я буду добавлять побольше. Теперь берем яйца. Ставим насадку. И все перемешиваю на маленькой скорости. Все, я перемешала. Теперь беру форму. Кусочек масла. И вот так вот форму обмазываю маслом. Чтобы не было свободного места без масла. Я беру ложечку, кому нужна. И всю запеканку пересыпаю в эту форму. Теперь запеканку выравниваю, чтобы она хоть зеленой формы была. Там все, форма уже красивая, ровная. А, в принципе, сюда можно добавить изюм. Но так как у меня дети не любят изюм, поэтому я обойдусь без него. Теперь плиту, духовку я разогрела до 210 градусов. Теперь отправляю сюда запеканку. Так, закрываю. Ну и прошел 1 час 10 минут. Запеканка уже готова. Она подрумянилась. Можно отключать огонь. Ну и пускай, открою немножко дверь, и пускай запеканка немножко остынет, а потом я ее покажу. Будем высыпать запеканку. Вот такая вот она получается. Румяная, загорелая. Попробовать. Ножом удобнее будет. С корицей. Ничего так, вкусно.